где можно поужинать после своей свадьбы в Доминикане. А на самом деле у нас ресторанов в зоне очень много, но немного хороших и прям классных ресторанов. Мы сейчас в одном из ресторанов. У нас сегодня была свадьба. Видите, у нас такие розы не видно, только гортензии видно красивые. Мы сегодня идем украшать ресторан. Сейчас вам покажу. Называется он Tronco Beach. Вот такой вход. Вот и парковка. Ну, gracias, estoy tomando video. Говорит, если хочешь, я тебя могу сфотографировать. Я говорю, я делаю видео. Смотрите, вот такой красивый ресторан. Хозяин сидит. У нас здесь зарезервирован стол, который мы будем сегодня украшать. Сам покажу. Видите, как здесь красиво? Здесь очень красивая романтичная музыка, очень красивые огоньки. Вообще здесь будет красиво, мы украсим стол. Ребята будут очень довольны. Так что, если не знаете, куда пойти в Доминикане поужинать, и в том числе и для своей свадьбы, просто звоните нам, пишите, мы вам расскажем.